Это была ты! Что? Нет! Нет, 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 нет! Я уже бегу! Его могли убить! Я уже почти здесь, Леонид! Бегу на помощь! Держитесь! Я вам сейчас помогу! Леонид, главное! Главное... Что происходит здесь, Леонид? Это... кричали не вы? А где вы были? Кричал я. А что случилось? Зачем вы так крикнули? Я это услышал посреди леса. Я сплю. А эта корова меня обнюхивать стала. Я испугался и... ну и прикончил ее. Вы меня сейчас знаете, как напугали? Я бежал из центра леса, чтобы спасти вас. Пожалуйста, не кричите так больше посреди ночи, ладно? Что вы делали в лесу глубокой ночью? Я? Как вы меня можете вообще подозревать в чем-то, Леонид? Это я ходил обследовать остров, пока вы спали и... Все, вытащил. Фух, понятно с вами, Владус. Со своими блогами уже пора бы завязывать. Тут вам выживание, а не игрульки. Я спать. Выживание, а не игрульки? С блогом пора завязывать. Это дело моей жизни. Я хочу и снимаю здесь каждый шаг. И буду это делать, ясно вам? Что там бубните? Дайте поспать. Я придумаю, как заряжать свою камеру и засниму здесь все, что можно. И вообще, я буду спать от вас подальше. Как можно было кричать на весь лес, когда корова к тебе просто подошла? Это бред какой-то. Ладно. Нужно хорошенько выспаться. Давайте. Давайте. Подъем. Мистер Владус. Что? А, уже утро. Сколько времени, Леонид? Сколько я проспал? Какое утро? Уже полдник. Побежали за мной скорее. Куда нам нужно побежать? Что, собственно, стряслось? Я не понимаю. Вот, вот, сюда, сюда, Владус. Что тут такое? Что вы здесь отыскали? Чего? Не может этого быть. Как? Самолет. Он исчез. Я вижу, Леонид. Как? Он не мог исчезнуть просто так за одну ночь. Или даже если бы кто-то тут был, его не могли просто утащить. Он огромен. Если это были не какие-нибудь великаны. Был сильный прилив ночью. Возможно, его просто унесло в океан. О каком приливе может идти речь, Леонид? Вот здесь нету воды. И следов воды здесь тоже, ну никаких. Песок абсолютно сухой. Как он мог исчезнуть? Я не понимаю, что здесь могло вообще произойти. Ну что вы драматизируете? Давайте делом займемся лучше. Ага. Класс. Вы предлагаете закрыть глаза на пропавший самолет. Отлично. Да, хорошо. Пойдемте займемся делом, конечно. Это же так важно сейчас. Вообще-то важно. У нас заканчиваются запасы еды, воды. К тому же нужно защитить наш лагерь от других животных. Ну, ладно, ладно, ладно. Ну что вы кричите-то сразу? Хорошо, хорошо. Давайте что делать? Эта ситуация ночью меня напугала. Ну да, Леонид, я уже понял, что вы очень сильно боитесь коров. А, ладно, давайте приступать к делу. Давайте так. Утром я нарубил дров, сейчас я их принесу, скоро вернусь. Точно, а из этих дров мы можем сделать какой-нибудь стол, укрытие для лагеря нашего и... Мне еще со вчерашнего дня интересно, что у него находится в этом чемоданчике, потому что он оттуда вчера достал шерсть, кожу и сделал вот эту палатку. Кто-то может находиться еще. Я думаю, что сейчас самое время туда заглянуть, пока он не видит. И я сейчас... Я принес дров! Что вы говорили? Вы с кем? Я так, сам собой, это... Ладно, что с дровами делать? С ума уже, что ли, сходите? Я, наверное, просто перегрелся на солнце. Все нормально, Леонид. Давайте сделаем укрытие для лагеря. Сейчас я в ограждение переделаю их и вокруг оставьте. Хорошо. Давайте, я сделаю все, что вы попросите. Ага. Вокруг лагеря, так вокруг лагеря. У нас будет отлично защищенный лагерь. Такое уютное даже немножко местечко. Кстати, с таким ограждением действительно ни одно животное к нам и, собственно, и не сунется. Вот так здесь добавим немного песка. Оградим нашу палатку. Вот, вот. Ну и, собственно, почти все готово, Леонид. Странный вы, если честно. После этого пойдем охотиться. Я еще и странный. Чего это вдруг он меня странным называет? Ладно, я посмотрю, сколько заряда осталось на моей камере и расскажу об этом в блоге. Офигенно.
Вы хотели что-то там сделать? Сколько заряда? Я не знаю, я еще не смотрел. Ну отойдите, вы мне мешаете! Я же делаю все-таки ограждение! Сами попросили, сами стоят тут над душой, мешают мне. Вот так? А кому интересно вообще этот блок будет? Там этих даже, как его, лайков не будет 100%. Ага, сейчас, у меня подписчики настолько идеальные, что... Что они на каждый ролик ставят лайк. На каждый абсолютно. И вообще, после этого крушения я понял одну важную вещь. Я так соскучился по тому, что я делаю. Ведь до крушения у нас была дорога до 10 миллионов подписчиков. Чуть-чуть оставалось, представляете, 3 ляма оставалось. Вот если бы все подписались еще тогда, то мой блог бы вырос. Кажется, я закончил делать ограждение. Вы меня растрогали. Простите, Леонид, я не хотел. Я хочу с вами поделиться. Чем же? Я очень сильно скучаю по своей любимой. Сегодня ровно год, как мы поженились. Да вы что? Это нужно отпраздновать. Я летел к ней, но... Там произошло крушение. И вот мы здесь, одни, на этом острове. Так, все, Леонид, успокаивайтесь, все будет нормально. Мы выберемся с этого острова, я вам обещаю. Не нужно меня успокаивать. Здесь никому нельзя доверять, только себе. Я вас толком не знаю. Так вот тогда давайте-ка продолжим делать то, что делали. Держите блоки. И пойдемте охотиться. Как вы думаете, Леонид, возможно ли, чтобы на этом острове закончилась вся живность, и мы остались без еды? Не думаю. Тут ее достаточно много. Цельтесь. Да ладно, я уже Блин. Вы что под копьё-то встали? Ёлки-палки. То есть я еще и виноват, да? Давайте лучше разделимся, а то мешаете мне. Прям конкретно. Конкретно мешаете. Все, я буду там. Буду там. Ага. Я пока соберу добычу оцелота. Он как раз здесь уже поорудовал. Господи, с ним просто невозможно. Он мне представился как офигенный охотник, которого раньше учил отец. Я должен об этом рассказать в блоге. Зарядки на телефоне осталось немного, но... А потом я подключу камеру. Во, запись пошла. Короче, тут-то сейчас такое случилось. В общем, ребят, вы... Ой, подождите, сейчас... Я перевключу запись. С лайками, подписками попозже разберемся. Леонид, вы копье забыли здесь. Куда вы собрались? Что? Что ты говоришь? Я говорю, копье здесь оставили. Вот. Как вы без него охотиться собрались? Что не так? Что вы на меня так смотрите? Мое копье при мне. Что значит при вас? Мы... Не одни на этом острове. Остров. Серия вторая. Этого не может быть. Как? Если здесь кто-то есть, то почему они не подали сигнал? Что? Звук! Вы слышали этот звук? Лагерь! Вперед! Точно, это со стороны нашего лагеря было. Бегом! Они могли быть здесь, да? Эй, мы, если что, вооружены! Даже не думайте на нас нападать, я вам сейчас... Подожди. Нет. Нет, 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 стоп, стоп, стоп. Леонид, они... Где наш лагерь? Твою мышь, что они здесь творили? Почему они все раскопали? Они нашли, что искали. Чемодан. Что? В смысле? Вы знаете, зачем они здесь были? Что было в вашем чемодане? Я говорю, что было в чемодане? Я не могу сказать, но если они доставят его кому надо, то нам не жить. Нужно найти его и как можно скорее. Доставят кому надо? Я ничего не понимаю. Они здесь все раскопали, украли наш лагерь. Нам просто негде сейчас жить, а время уже почти ночь. А вы заботитесь о каком-то своем чемодане и фантазируете какую-то фигню? Нам нужно найти новое место для лагеря, и как можно скорее. Да? А вы не подумали, что они могут следить за нами? И выскочат с любого уголка. И... Нет. Самое время подписаться на канал, чтобы не пропустить следующую серию. Нажимай кнопку подписки.